мы все, это самое, сложа ручки, не сидим, да, то есть реализация всех действий присутствует, а в итоге получается-то что? Отказ. Посмотрите, сколько у нас отказных уголовных дел. Тоже содружество. Значит, получила лицензию в сентябре месяце. Я просто говорю, что по отказным материалам. Значит, квитанция начала выставляться в июле, сентябре-июль, то есть за этот период времени. Не рассчитывается абсолютно ни с кем. Дважды направляли с жалобой уголовное дело. Оперуполномоченные вызывают ее. Что она там бормочет, я не знаю, трудно, может, сказать, такой сленг, да? Но со случая отказ. По поводу заставы возбудили сейчас уголовное дело. У меня даже постановление есть по поводу заставы. Значит, по поводу заставы, значит, УК ТЖК, которая набрала 138 миллионов. По УК «Премьер» вот обжалуем действия, значит, то, что суды. По какому принципу, да, суды, как бы сказать, ограничиваются замечанием, да? Либо они говорят нам, доводят до нас, что мы не будем кошмарить малый бизнес. Я говорю, слушайте, вы малый бизнес кошмарьте, не кошмарьте, это деньги граждан, понимаете?